Лига смеха – это проект, который смог объединить всех молодых юмористов, коллективы, команды. Ну, такое, нельзя сказать, что это КВН, это кое-что другое. То есть, мне кажется, это даже развитие КВНа какое-то, потому что в Лиге смеха есть и драматургия, и развитие номеров, и другое отношение, то есть, тренеров к командам. Есть тренеры, которые воспитывают команды.